Тео уже 18. Мать выставила его. У Пьера есть шанс наладить отношения с сыном. Здравствуй, Тео. Как ты вырос? Я еду за сигаретами. Поедешь со мной? Ты считаешь меня старым придурком? Нет. А Тео именно так и считает. Вчера он мне заявил, что я удочерил девочек только потому, что это поможет моей карьере. Хочешь пиво? Но сначала небольшое интервью. Ты помнишь свой первый раз? Садись, нам нужно поговорить. У меня был откровенный разговор с Тео. Он сказал, что вы вдвоем, вы... У тебя были отношения с моим сыном. И ты воспринял это всерьез? Теперь я не знаю, кому верить. Не трогай меня. Твой сын монстр, пойми наконец. Отец хочет, чтобы ты бросила меня. Мы одна семья. Мы должны доверять друг другу.